Школьники из села Языково мечтают о новом стадионе. В этот раз им выпала возможность напрямую заявить об этом губернатору. Юные активисты встретили главу региона на заброшенном футбольном поле и обсудили с ним планы благоустройства. Десятиклассница Екатерина Павлова уверена в том, что новая площадка будет полезна не только для активного отдыха, но и для профессионального спорта. Потому что у нас проходят различные спартакиады в области школы и в районе. Также, если мы выиграем, мы едем на область. Поэтому этот стадион будет нашим началом, где мы начнем заниматься. Стоит отметить, что преображение стадиона уже началось. Кирпичное здание начали ремонтировать. Вскоре на нем появятся душевые и комнаты для переодевания. Саму площадку пока не трогали, но к 1 ноября на ней должны появиться спортивные снаряды, покрытие и хоккейная коробка. Согласно смете, в этот объект будет вложено 2,7 миллиона рублей. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Управды ТВ.